Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор щетки «Основа для валяния». Валяние шерсти – техника создания всевозможных предметов из непряденной шерсти, известна миру более 2000 лет. Несомненно, первобытное современное валяние шерсти весьма различны между собой. Это объясняется постоянным усовершенствованием технологий и инструментов данного искусства на протяжении всех тысячелетий его существования. Стоит отметить, что именно вследствие постоянной модернизации искусства мы сегодня имеем широкий ассортимент материалов для филтинга и приспособления для обработки. Так, ярким примером инструментов для этого вида рукоделия является щетка, служащая основой для валяния. Характеристика щетки для валяния такова. Щетка – основа для валяния шерсти сухим способом, правильная конструкция которой позволяет игле, проходя сквозь изделие, не деформировать и не ломаться. Кроме того, не менее важной особенностью данной подложки считается то, что благодаря плотной размещенным ворсинкам их выпадение и последующее попадание в изготовляемую вещь невозможно. Эти и многие другие особенности данного товара свидетельствуют о его высоком качестве, удобности в использовании. Вот так выглядит данная щетка. Вот такая. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!